Так, приветствую всех, друзья. Решили тут немножечко без урезочки сделать видосик. Без прямой трансляции, чистая запись. Без перемоточек, без вырезок, все как есть, так и будет. С любыми косяками, так сказать. Так что не обессудьте. Вторая поездочка будет сейчас. Одну уже сделали. Так, К7. Где она? Вот она. Намотана. Почему это вот это не играет? А? Гадство. Ну ладно. Так, мы находимся в Биллингсе. Вонючка город, состоящий из двух заводов больших. Чимс и Галлон. Ладно. Заказики агентства у нас. Нет, у нас вот это вот. Какие агентства? Ты чё? Какие агентства? Калисип. Калисперь, точнее. Лорель. Да нет, это близко. Мне надо на ивент 100 миль. 5 маловато будет, маловато, и далеко не охота ехать. Мызула. О, Грей Фолс, макулатура, погнали. Я думаю, погнали. 18 в Хиллс гараж. Чё же, ивент номер 2 начинается. Приятной поездки. Замешкались тут малость с этими микрофонами. Так их и так, и сяк. Что, заправим нашего крокодилуса? Троглодита. Там рейсик не особо был у меня удачный, предыдущий. На музыку мне по барабану. Залочат, значит, залочат. Пошли в жопу. Я так хочу. Не чтоб залочили, а я хочу, чтоб музыка играла. А какая, я не заморачиваюсь. Поехали. Что там? А, понял. Эй, странно бы, если вы мне дали бы баг. Я уже привык на профиле наемника. Ну, наемного, да?
поняли, ездить бесплатно, а тут самому из своего кармашка на гроши платим. Грейфолс поедем. О, в аэропорт едем. Грейфолс Карго. Куровка. Вот она. Так, сюда походу, да? Открывай, собака. Сейчас мы там еще будем таращиться полчаса, что хоть за день недели суббота, а ух ты, под выходной рейс, да? Так, у меня 45-ка. Ага. Класс, люблю такую погрузку. Нет, мы станем ровно. Может, мы какие-то бандюганы. Загрузочка. Типа того, да? Едем на Грейфолс. А можно пойти по другому пути? Я хочу по 90-ке ехать и по 15-ке. Можно же, да? 405, а тут сколько? 283. Блин, а? Ты какой? Да я хочу по скоростной ехать. Я хочу по фривейчику. Я не хочу таскаться по этим ухабам. Хотя я там уже ездил верхом. Профиль, так что мы пойдем по фривейчик. Эх, как спать охота. Надо груз довести. Время 11. Или нет? А, да, 11 показалось. 23:59. Это было бы, конечно, удивительно, если бы это было так. Ну, в общем, давайте маршрутную карту сделаем. Так, на Бузю. Так, нет. Человек-пук. Музыка из Человека-пука. Знаете, кого боится Человек-паук? Человека-тапка. Слушай, а нафига нам тормозиться? Вот гады, а? 12-й хайвей нам убрали. Разработчики. За что я их не люблю? Они вечно все портят, а? Вечно все доделывают за ними. Ладно, поругали и хватит.
и будет. Сейчас попрем. Будьте внимательнее на дороге. Так, ладно, наконец-то никого, да? Ну и ладно. Все, погнал я. Будьте уверены, довезем. Насчет целости и сохранности не уверен, но довезем. О, подожди, а там можно выехать? Thank you.
проедем. Чаёк. Шатать потом. Что-то, по-моему, стоит там. Тихо. Ну, давай попробуем выехать. Нет, тут мы не выедем, реально не выедем. Да, тут же ворота. Ну, если что, сейчас тут покрутим. Да, по идее, должны или не должны. Блин. Знал бы я там, бы назад просто сдал бы, да и все. Пройдем. Все нормально, погнали. Погнали. Тракторишки стоят. Тут фермерочек какой-то живет, наверное. Сарайчики. Гараж, да? Знак стоп. Понял. Ой-ой-ой-ой. Походу кто-то ко мне в сессию прыгнул. Давайте посмотрим, может кто в сессии. Нет? Ой, 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 ой. Все, по-моему, показалось. Показалось, показалось. Сорок тысяч майлов. Поздравляем. Ну, 66 идем, как обычно. Как обычно. Так, предыдущая доставочка была сюда из Албукерке. А, нет, из Санта-Фу. Завод. Бедные жители. Короче, по 90-очке. До Хелена, да? Да, сегодня профиль
мультиплеерный подключаем. Сейчас походу не затащит. Манна небесная прям какая-то. Так, интересно, с выходом Техаса у нас появятся автовозы? Или нас кинут как евротраки? Когда писали о том, что в ДЛС и Берии будут таскать автомобили, все подумали, что со своими прицепами. А своих прицепов как не было, так и нет. Так что, кто его знает? Так, Варель со свистом. А, мы же тот рейс Варель привезли. Я приехал до Биллингса, на парковочку проезжал. Что я уже забыл. Да, что еще место, смотрите, нефтяной завод, а там химический, вообще красота. Была идея доставочку сделать на мультиплеере MP-Trackers, но... Что-то я в последний момент передумал. Прикольно. Какой-то у нас тут интергонал. С коротышкой идет. Так, слушайте, мне надо съехать на Ломальске. Дружище зашел. Выполнение уже поздно, не буду я звать никого. Почему я буду карать? Скажу, дай нам спать. Правильно, что будет орать. Ладно, сейчас приду.
Я навернулся. В смысле, вернулся. Так, ладно. Видели, какой красавец проехал с даблом? Догоним, по-моему, интересно, не? Ну и мы тоже красивые, смотрите, какой цвет. Правда, для жаркой Калифорнии цвет этот не очень подходит. Подошел бы больше какой-нибудь светлый или белый. Следующий грузовик куплю белый. Будет черный и белый. Еще один даблик пошел. Что-то сподвигло меня сегодня на записать видосик, причем без монтажа. Давно я таких не делал. Красота. Сейчас 40, да? Паровозик подудим. Так, на компании я ездил по этой. По этому фривею, только я ехал наоборот, на восток. До Майлз Сити последняя была доставка у нас. Все решил немножко по ивенту заморочиться. Уже август подходит к концу. А у нас пока одна доставочка всего лишь. По ивенту. Да. Фиг я их догоню, наверное. Они, наверное, больше 70 идут. Да и вес у меня солидный. Супер джуйси. Бозьман уже. Бузю проезжаем. Уже Бузьку проходим. А, Бьют, я все равно забываю. Город Бит. Да, ушел дабл. И Свекловичный ушел. Уже кто-то там он приклеился опять. Вольво, походу, да? Не, не Вольво. Кешка. Нет, Петербит. Блин, что-то я всех поперепутал. Всех попересобрал. Райванчик потянул. Постмайнер.
4 мили, да, беда. Так. Кто-то расхреначился. Что я нажал? А, я нажи. Что какой-то малый хмурной. Так, и хоппер у меня еще есть. Зерновоз. В Лос-Анджелесе на парковочке у меня он в гараже. Так что если его цеплять, это надо туда за ним ехать. Жалко, нельзя его. А, ну в принципе, если гараж купить туда, то можно его переместить будет. Помните, как в игре 18 стальных колес Хаулин? Когда прицеп перепарковываешь, то он некоторое время он в пути. Такая штука. Так, ты мне дворники включишь? Не включится. Да не надо, как сумасшедший, ты что ты делаешь? Странно, как тут кнопки работают. Что-то валялось на дороге. Колесо что такое. Перевальчик был небольшой. Все, пошли на перевальчик, идем дальше. Так, нам сейчас на Хелена, насколько я помню. Мы тоже уже ездили на нашем профиле компанейском. Сколько там? 50 или судя, не понял, сколько там были. Бьют во всей красе. Там какие-то там у них добыча чего-то. Так, одна доставочка будет на этом видео. Получается, от откуда мы там? От Биллингса до Грей Фолса. Один из моих любимых городов со времен еще 18 стальных колес. Часто я там любил играть. Потому что этот город был во всех частях предыдущих.
Ляпота. Ляпота. Что надо скидывать его, какой пошел красавчик. Не любитель пользоваться буквой МЕ. Так, ради интереса. Ой. Поперхнулся. Да, что-то мне подсказывает, что мод на осень и зиму будет очень смотреться в этом штате. Это просто будет бомба. Хорошо, что можно будет покататься на зимнем моде не по Калифорнии, как это просто нелогично, а именно в таких северных штатах: Монтана, Айдахо. Вот. Вообще, конечно, было бы неплохо заморочиться полностью картой, не полностью делать Frosty мод, а брать текстуры и по карте, чисто по карте просто, например, делать где-то побольше снега, где-то поменьше, а где-то его вообще не делать, например, в Калифорнии. Ну, не в горах, а в горах-то он там бывает, на перевале Траки, он постоянно там частенько этот снег. Но зато уже чуть ниже, спускаясь как он называется там, Сахраменто, Сакраменто, там его практически, наверное, снега-то и не бывает. Так, что за бардак? А, это Хелена. Это Хеленка. О! Самолетик. На взлет пошел. Прикольно, тянет самолета. Я аж испугался вначале, не понял, что это такое было. Что там про мод интересно сделали нам? Очередные дороги в Канаду. Что-то я давно не заглядывал к ним. Вообще мне понравилось по промоцию покататься был. Я там еще на версии, ну, в дальней версии, штат Айдахо тогда был. Оттуда, по-моему. Или даже еще не было Айдахо штата, был промоц. Что-то я не помню. По-моему, да, по-моему, с Вашингтона я туда ездил. На Канаду. Ну, будут, разработчики будут Канаду делать стопудово. Просто не сейчас. Текс, что там, подходим, остается совсем немножко, 57 майлов, и привезем мы нашу мускулатуру. Не, в рамках этого видео будет один этот рейсик, больше я никуда. Все, я не буду ничего брать. Класс. Класс просто. Хотя, честно говоря, можно проехаться на север от Бойса по 93-му или 55-му хайвею. Там тоже очень красивые места. Просто живописнейшая мечта. Ну, это, к слову, тему поддержать. Паровоз поехал. Ой! Чуть этого не зафигачили.
вана. В смысле грузовичка небольшого. Вот практически весь день и потрачен игровой. Ну как раз да, потом на парковочку и отдыхать. Интернешнл аэропорт такси 227. Класс. Где у нас аэропорт? Есть Феникс, Альбукерка. Так, ну все, парни, такой вот был груз, рейсик, второй ивент сделали, точнее вторую доставку сделали в планах ивента, так что сейчас довезу и разгружусь на парковочку. А с вами же, говорю, до свидосечки, всего хорошего, услышимся в следующем ролике. Самолеты. Все, пока. Пока-пока.